Это будет очень крутая карта, на самом деле. Это все не шутки, ребят. Это все не шутки. Мы встретились в маршрутке. Трикс, это дело вкусовщины, брат мой. А тут у нас вкусовщину Зая забирает Джейдж, забивает его элиминейтом. Он все-таки Зая доигрался. У нас без Гушаута трудно. Да, также Кистан. Откуда, пацаны? Некрофос, кстати, Зая нажимает пока что Деспульс, но его запилили. Зая третий раз умирает на старте у нас. Трудно, трудно, трудно. Понятно, что это мешает, конечно, вредитель Зай. Ой, Зай, что? Убивают Миракла, Зай выживает. А там драка продолжается у нас на топе. Пупея пытается поймать. Но тут его должны будут бить. Хотя, слушай, 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 осторожнее. Надо быть Пупея. Че, время куча в игре сейчас. Пупея. Пупея. Вроде живет, но нет. Ну, время он выиграл немного. Ну, там их все равно фармим. Вот. Что у нас тут? Обычно разное бывает. Ладно, у нас выход на Миракл. Миракл поймали, Миракл неприятно. Фисты, Лемнад Миракл управляет. И пока что отсюда наступает. Врывается обратно на разворот. Сейчас пошел. Дальше будет Пупеем пытаться разбираться. Неприятно Пупея. Пупея забирает его, управляет таверну. Хорошее убийство. Против Лиминейт. Там Найтмэр вешается на Зая. Снимается крипом, если что, у нас. И тут Кура будет забирать. Минус Куроки. Косы у Зая еще не имеется, кстати, всего. Да. Забирает на Зая. Минус Зая. Минус Зая убили. Дальше Куроки пошли. Куроки подставляется. Минус Куроки. Миракл пока что летает на Лемнайт. У него нет ни маны, ни хп. Ту-ту-ту-ту. Мискоева не имеется. Теперь появляется вот у Мискоева, но уже не тогда. Миракл быстр. Здесь реактивен. И он сюда отступает. По-честно сказали, много проблем. Мы ничего не знаем сейчас. Ничего не можем сказать. И в итоге... вообще не закончилось у нас. А тут у нас врыв на Ебзор. Ебзор подставляется. Ебзор забирает у нас. Минус Ебзор. Ниша. Ниша, нужно быть осторожнее. Соник Вейв плетью. Майнкатрол у него кричит на Нишу. Ниша прорывается. Вейформ пошли дальше за ним или нет. Виха здесь. Превращается в клопу. Ниша выблинковывается у нас отсюда. Не уходит. Вот. А тут что? А тут. А тут Зай подставляется у нас. Зай. Зая забирают. Держу в курсе. Ага, Вижн здесь есть, я не знаю. Пупея вроде всех увидел, нападает у нас на Нишу. Ниша пытается перекачаться. У него есть 7 стиков, если что, Ниша. Но он не перекачается. Поддержки не будет, Пупея также у нас нападает. Забирает Пупея, минус 2 делает команда Нигма. Сейчас я могу сказать честно, вот сейчас по-честному. У меня мой рейтинг игровой в данную секунду 4К примерно. Драка начинается, драка у нас здесь продолжается. Снимает Вика себе Игис и забирает Рошан на себе силу тьмы. Это Нигма, все нормально для шеф-про Ника. Минус Джей, Джейч забирает Матумба, врывается у нас один на всех, ничего не боится. Ультимейт он не качал, забирает Куроки, минус 2 делает Матумба, даблкил. Матумба прям так нормально все наваливает, интересно очень. Так, ну и отступает. Стягиваются пока что в мид. Здесь Нигма пингуют на Зая. Зая увидели, Зая с Мекой. Если что, пошли по нему чины. Джейч на шар еще не имеется. Меркова. Ну и все, как бы Зая тут. Зая как-то сам далеко пошел, мне кажется. Ябзор врывается на хокшоте. Но там же есть Блондик Вайт. И врывает сюда Виха. Здорово, говорит Ябзор. Минус Ябзор. Ябзор забирают. Дальше там что, кого пингуют, пингуют на Зая. Зая, вот он идет по варду. Нигма его видит. Куроки из гриппа полетел. Где Матумба? Матумба находится на топе. Поэтому Зая здесь, похоже, тоже сейчас заберут. Минус Зая, Матумба не помогает своим тиммейтам. Мне кажется, вообще было профитнее, наверное, дать таки Матумбе Некрофоса, а вот Зая как раз дать Абадона, чтобы у него была задача помогать тиммейтам своим. Там врыв на Виху, Вихова Игис убивает Ниша через шотган. Так, интересно уже. А это уже интересно. Матумба подходит сюда, нажимает на себя фостик шел. Там кентавр клепает. Есть гипношар неплохой от Джейча. Пытается Матумба забрать. Ультимейт работает. Есть найтмэ по нему, чтобы ульта ему хп не заряжал. Ничего не сделали. А фостик шел отвешивается. Прожимается Мека. Выживает пока что Матумба. Виха тоже живет. Ниша уже шотган откатился. Сейчас могут напасть, постараться на Виху. Но нужно... его остановить. Чины не получается. Не получается, потому что блинк есть у Вихи. Виха блинковывается оттуда. Это будет через секунду хокшот, но уже так окончается. На этом всех усмотри. Пупеха здесь у нас не крачаем, пытается ли не толкается. И, кстати, он снова будет у нас выходить Кримсон. Ну, пришел Виха. Здорово. Раз. Пуп-пуп. Минус. Минус. Попей. Хотелось бы купить. Там у нас вырыв на Зая был сейчас. Или на Майкатрол, не понимаю, пока что. Потом убежал за своим сакратом. Виха готов на блинке врываться. Врывается на Зая. Зай без гошраута. И он ничего сделать, к сожалению, не может. Полетел коса. Но коса была такая. Больше, знаете, коса... отчаяние, Куроки. Ой, хорошо. Щекотает у нас Морфа, забирает Нишу, минус Ниша. Поставляется также Ебзор, пуфает сюда Виха. Пуф-пуф-пуф, забирает Виху у нас Ебзора. Еще минус 3 сделает Нигма. Неудачная была, крайне неудачная драка от команды Team Secret. И обратно, выгоду для тебя.
А на боте что? А на боте у нас Матумба еще поставляется. О, ну все, пошел фидончик у нас, похоже. Сай прилетает без мейки, забирает у нас Матумбу, мой снимает с него стрик, еще вихрь из 5 убийств. Пошли и на Зая. И Зая тоже здесь заберут сейчас. Минус Зая, минус 3. На, подожди, минус 2 сделают у нас еще Нигмом. То есть, если те три смерти взять, это фул вайп, тим вайп от Нигма. Бедный мейн контрол. Ну, а там хоть что-то в кого? В кого? Поймали Кура. Кура опять брейнсап, на Берна Сэм отправить не получается. Все. Походу Мирка ставится гипношар. Где Виха? Виха, Виха, кто-то улетел, мой который врывается. Ликвейп шикарный от Майкатрова. Красные очень здесь секреты. Ниша, ниша под Веселом находится. Работает гипношар. Дабл Ремнант забирает нишу даже без Вихи. Виха потом приходит, но уже поздно. Все. Уже всех поубивали здесь. Плевать. Тут поймали еще и Пупея. Можно и Пупея убивать. Минус Пупея. Минус 3 делают у нас Нигма. Важнейший минус 3. Даже без Вихи они смогли это сделать. Но Виха Пупея, конечно, мог убить. Да, это, конечно, круто, но основное сделали без Вихи. Здесь. И падает два вышка. Это 1200 по голове для Нигмы снова. Виха врывается на рампу. Пошел, нападает у нас на Зая. Пошли пуфики у нас. Гошрал прожимается от Зая. Пока что выживает Зая, но это ненадолго, по идее. Есть по нему сетки, снимается Афосик Шедом. Вешается ВС у нас Зая. Зай живет. Зай живет. И, кстати, сейчас немножко Виха загулял. Коса полетела. Виха ошибается сильно. Снимает стрик с него Зая из 9 убийств. Через косу еще, ну, занаглели здесь сейчас Нигма немного. И дают шансы Team Secret. Я охренею, если это будет решающий момент переворотный для секретов. И пошли на Джейча. Джейч, Блондинг Лайт, отталкивается их подальше. Дэдмэн вешается на Ебзора. Джейча здесь, ну, конечно, его убьют здесь, само собой, его убьют. Минус Джейч. Минус 2. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стало это. Так, там что? Врыв на Матумбу. Матумбу поймали здесь. Матумба Фостик Шелд. Пошли дальше у нас сеточки. Ну и Виха его сейчас 0 тупера раз разведет. Там что там? У нас что там у нас ставится гипношар. Соник Вейв Зая залетает. Попадает по Зая. Зая забирает. Поставляет Пупей. Также у нас что с Матумбой? Матумбу забирает. Там Виха. Дальше для кого? Дальше Пупей. Пупей пока что еще выживает. Подход у нас там Виха. Все. Начинает он всех пинать своими ногами, руками. Просто такая-то бригада у нас пробегает. Это минус 4. Ниша один, конечно, выживает. Рошан еще не появился. Его не будет 2 минуты. Так, ну что, Нигма, куда? Пингуют, пингуют сюда. Тут у нас, конечно, есть люди. Но Рошан, это самая вкусная цель. Он зашел, и Рошан прямо сейчас появится. Опа, опа. Раз, два, три. Ну, почти. Так, врывается у нас Нигма. Пошел гипношар. Представляется Ниша. Ниша, Соник Вейв. Все в него. Все в него. И забирает Нишу. Матумба нажимается. Пока что у него ультимейт. Живет Матумба. Ну, а стерится. Но сейчас такое что ульта. И тут его просто отпинают. Дальше что? Дальше Зая. Зая поймали. Также минус Зая. Минус 3 делать Нигма. Ну, я не знаю, просто не знаю, что здесь делать. Как делишки, да, Виха говорит у нас. Как делишки, Виха все прекрасно понимает. Раньше был, сейчас вот был покомментировать. Так, у нас нападают на Имбиря, ё-моё, Мирако рассыпается. Минус Мирако, Виха врыв пошел, но Мирако-то ладно, минус, а Виха-то не минус. Окупается Мирако в игру, но у него не было ремнанта, поэтому он будет пешком сюда бить с этого с аванпоста. Виха до конца забирает у нас Зая, Зая подрезает сейчас. Матумба, Финсгрип после ультимейта, и Матумба у нас тоже умирает. Минус Матумба, минус 2 делает здесь Нигма в размен на байбек своего. Ну как Нигма, Виха, Виха при поддержке своих тиммейтов, конечно же. Так, там у нас Ебзор нападает на Кура. Кура, Найтмэр вешается. Найтмэр, Виха врывается. Пошли у нас здесь пуфики под сетку. Замечательно, Ебзор неприятно. Красный также Пупеха у нас нажимает Крипсон. Но 2 мало, Ебзор также поставляется. Мыть Ебзор. Минус 2, Годвик для Вихи. У Вихи уже счет 18-1-6. И GG! GG признает у нас Пупей поражение. Да, поражение признает Пупей. Это 1-0. И на следующей карте, конечно, будет в бане, я думаю. Этот герой замечательный. Чати голосует больше за Нигму. Да, за Антимага голосует у нас 74% против 26%. Так, тут у нас нападают на Виху. Поймали Виху, Тарен полетел. Ну и опачки, Ниша говорит, сюда иди. И Тейбрикер на ФБС забирают у нас. Фёрст, вот у нас подъезжает. Серьезно, это ночь с вами. Неужели не было, чтобы Рофил... А может быть не Рофил, не знаю. Миракл. Миракл сражается с Ебзором. Миракл. Миракл. Ебзора. Тут сейчас может убить Куроки, да? Забирают. 1-1. Миракл ничего не сделать не может у нас. Так, там Ниша красный. Джейч Нишку запускают. Таки выживает же Ниша. Джейч таверну. Вика тоже сейчас улетает в таверну. 3-0. И секреты уже 2000 преимущества у них на такой минуте. Да. Зай с пятым уровнем врывается Мирако, манавод еще нету, ару полетела, Зай это должен, нажимает контраспел, потому что нужно нажать его, переагривается, 40 кп, ха-ха, хорош Зай, забирает Мирако, молодец.
полетел корабль. В ухту, здесь Миракл, и Миракл забирает. Да, хорош Сигрид, 7-3, 7-2. Что-то прямо они на фоне прошлой карты преобразились. Знаешь, что это был за свап? А, чтобы свапнуть еще. А, ты уже замахивался свапом он. Ай, достает, Зай, хорош. Вроде по рейнджунику казалось, что нет. Ну ладно, ловушка, теле... Да, торрент. 8-2 за командой Team Secret у нас. Так, ну что, крест полетел на Виху, торрент есть, корабль в бухту. Виху можно будет сейчас забрать. И опять делают килл хороший здесь ребята с команды Team Secret. Руки, крест, корабль и торрент полетел. У нас майн-контрол, майн-контрол. Рорс пытается запустить, но его все равно здесь заберут. 12-3. Тань, вот как раз сейчас, секундочку, Матумбу у нас. Матумбу тут цепляют. Матумбу поймали, но дупельгангер нажимает пока что. Ару полетела, ну Рор есть Матумбу, Матумба корабль в бухту. И Матумбу у нас почти забрали, Матумба умирает, минус Матумба. Ниша, Ниша пингует на Нишу сейчас, Ниша, Ниша подставляется. Зай, 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 до свидания. Зай манавоид, Миракл забирает его. Да, вот так вот. Пошло, пошло, Рорнджин, Рор есть и забирают. Забирают Гипзора, молодцы. Там у нас Куроки на сопровождении. Ну что у нас тут? Ну что, врыв на Зая, 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 Зая поставляется. Зая у нас мановоид, Зая, Зая почти забрали. Минус Зая, Матумбу, Матумбу, Матумбу остановили у нас. Матумба неприятно. Виха прожимается, БКБ от него. Куроки, голем есть, хороший. Голем полетел сейчас, Матумбе неприятно. Матумба, Матумба пока что живет. Матумба, Матумба у нас отсюда отступает в таверну. Минус Матумба, хрушу, хорошо. Хорошо, дальше побежали у нас, нападают еще и на Нишу. С Ниши снимает стрик из 8 убийств. За него отдают, кому, Вихе, кучу денег, короче, ему дают. Мирку до конца гейминг пошел у нас. Угу. Пошли до конца. Да, им. И забрали его. Да. Не надо заднюю давать, плиз. Пупей, 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 пупей. Пупей подставляется у нас. Пупей забирает. Да, Пупейху у нас убьют сейчас. Пупейка. Изи. Изи. Да. Сереги забирает себе Нигма. Так, лассо, лассо. Сва пошел от Ниши. Зай пока что по Нише Зай, да, чтобы спуститься под лассо. Крест корабль, Миракл нормально все у Миракла. Хорошо, куда флот нажимается. Фатал банды пошли сейчас, нападает на Джейча. Джейч липаться, хватает туманы. Вылипывается Матумба, подставляется Матумба, мановой. Матумба еле-еле живой. Матумба забирает, забирает у нас также. Там еще и Зая майн-контрол убивает. Ниша, Ниша, Нишу видит у нас. Минус Ниша также. Нишу забирают. Минус Ниша. Или нет, подожди. Да забирают, должны, ну что за херня? Алибарда вешается, дайте контроль по нему какой-то. Все. Что это такое, оставили его. Изи. Вот там саппортов побивали, с другой стороны. Да. Там побивали саппортов у нас. Ябзор, Ябзор, есть врыв. Ябзор, Астрал степ отсюда делает пока что. Минус Ябзор, Ябзор, Виху у нас убивают. Они начинают выигрывать сразу. Вот у меня также только с Virtus.pro. Так, там у нас пошел Миракл. Здорово, здорово. Ну и Зая забирают у нас. Минус Зай. Виха полетел дальше. Виха, Виха, Виха. За Пупеем, за Ниша. Ниша поинтереснее цель. Форстаф это Виха. БКБ нажимает. Лассо. И пошел лупасить. И Ару еще. И туда полетел. Голем сверху положили. Забирают у нас Нишу. Минус Ниша. Пошли на Пупея. Пупея подцепили. Телепортом сбивает. Минус Пупея еще. Это 18-19. 20-19. 19. В общем, здесь, короче, круто все. Да. Ну и Нигма у нас стягивается пока что на ботом. Полетели, врыв есть. Минус Ябзор от Миракла с Эбисолом. Хорошо. Виха врыв, Виха, БКБ. И на Зая лассо. Зай, кстати, можешь постараться свапнуть с своими тиммейтами. Там Джейч дает Арл, забирает у нас Зая. Минус Зая, бригает Миракла дальше. Вот это на Пупея, Пупея подставляется. Пупея неприятно, Пупея очень больно. Мановой забирает Пупея, минус Пупея. Круто, смех, смеются все. Ну и, видимо, карта у нас будет на этом заканчиваться сейчас. Хотя, нет, секреты очень трудно будет эту игру перевернуть. GG! GG, ребята, 2-0 делает у нас Enigma. Антимаг смог нафармить, антимага не остановили. И после появления БФС сразу карта пошла по другому сценарию у нас.